неплохое местечко, чтобы здесь немного пожить. Пожить здесь можно, прямо в этом дворце. Потому что, если не ошибаюсь, это отель сейчас. Местечко называется Бусаку. Оно высоко на холме, со всех сторон окружено лесом. По-моему, здесь прекрасно. Вот в монастыре, если не ошибаюсь. Вход стоит 2 евро. Ну и немного кафельной мозаики, куда же без нее. Кругом птички поют, водичка течет. Прекрасное место, чтобы залечь на дно. Говорят, в местном лесу 400 сортов деревьев. Многие из них очень забавные. Вот такой он полосатый Бусаку.